бывают очень разные русалки. Историю вам эту расскажу. Мне дружбу обещала за подарки. Я познакомился с ней в Сочи на пляжу. Отцу прибоя вечером встречали. Она красиво приплывала из-за скал. Вели беседы, спорили, общались. Я плечи влажные нежно целовал. Дарил красивые пушистые букеты. Вино и фрукты тоже приносил. Она просила денег на конфеты. И я давал, конечно, в меру сил. Мне от груди ее огромной и упругой так трудно было взгляды отводить. Решил считать навек своей подругой. Мечтал с ней каждый отпуск проводить. Но приближалось наше расставание. Я как мужчина должен был спросить, какой же сувенирчик на прощанье смогу на память милой подарить. Минута откровения настала. Я буду ждать тебя от ночи до зари. Ты мне на память, так она сказала, мутоновую шубу подари. Эх, холодными морскими вечерами она согреет девичьи мечты. Я буду ждать с печальными глазами, когда опять ко мне вернешься ты. Я потрезвел, схватил ее за руки и вытянул нахалку из воды. Все это оказались просто трюки, пропали в одночасье все труды. Коварными запуталась сетями, меня она любила неспроста. Моя русалка с крупными грудями, простая баба, вовсе без хвоста.